МВД планирует оснастить сотрудников всех подразделений нательными камерами видеонаблюдения в целях предотвращения случаев коррупции и произвола. Ведомство разработало концепцию и регламент видеосъемки, который недавно был утвержден правительством. Таким образом, в ряде случаев использование устройства будет обязательным, а правоохранители должны будут информировать людей о том, что идет запись. До сих пор нательные камеры использовались только некоторыми полицейскими и карабинерами, но это не регламентировалось правительством. Согласно новому закону, видеосъемка будет обязательной при реагировании на экстренные ситуации, возникновении опасности для сотрудников МВД, расследовании преступлений и проведении обысков. Министерство внутренних дел этим постановлением хочет добиться нулевой терпимости к коррупции, прозрачности МВД. И последнее, но не менее важное – использование видеозаписей с видеокамер в гражданских, уголовных и административных процессах. В общей сложности необходимо 2500 нагрудных камер и 500 док-станций. Пока средства на покупку техники ищут. В ближайшие месяцы МВД намерено обеспечить такими устройствами хотя бы одного полицейского каждой из групп экстренного реагирования. Но я вем зильник, эки, 500 де экипажи мобили. Каждый день у нас работает более 500 экипажей, которые должны быть оснащены видеокамерами. Мы решили, что хотя бы один член экипажа будет оснащен видеокамерой. В дальнейшем, по возможностям МВД, будут экипированы 2 сотрудника. При этом будет создана специальная база данных. Некоторые сотрудники Генерального инспектората полиции уже год пользуются нательными камерами. Телефоном или другими средствами сложно зафиксировать нарушение, потому что, как видите, камера расположена на теле. Это не создает мне никаких препятствий для использования боевого приема, задержания человека или в том, чтобы заковать преступника в наручники. С учетом того, что наша работа больше связана с общественным порядком. Соответственно, видео может послужить доказательством того, что лицо совершило правонарушение или преступление. В то же время это способствует тому, что общество становится более уверенным в нас. Представители МВД утверждают, что к августу у пограничников тоже будут нательные камеры. В частности, учреждение получит в дар 240 камер.